Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова фирма Петерсон и я, Эдуард Петер. И сегодня нас посевная. Я прочитал ваши комментарии о том, что да, господи, пойди в магазин, купи готовую траву. Нету. Ребят, у нас нету готовой травы. У нас зато есть целая куча различных вспомогающих средств, такие как, допустим, это вот Катценграсс, то есть кошкина трава, которую можно высевать и которая через 5-8 дней уже достаточно подрастает. Так, у нас есть ремонт для газонов. Сейчас посмотрим поближе все это. Так, вот это тоже ремонтировать, подсыпать, где места голые становятся. У нас есть земелька такая, которая специально для вот этих вещей. Да, стоит, конечно, но дело в том, что я же собираюсь это долго делать, почти 2 месяца, может быть, с перерывами. И вы знаете, во-первых, мне нужна большая площадь, это первое, да? Когда я фотографирую, чтобы, если я отсюда начну фотографировать, чтобы сзади оставалась трава, а не потом дорисовывать, это раз. Второе, мне надо разной высоты. И каждый раз бегать в магазин, потом эту траву стричь, там, и это видно. Поэтому как бы я решил пойти вот этим путем. Он не совсем простой, но тем не менее. Давайте мы сейчас посмотрим поближе вот это все, и я начну это рассаживать. Первое, что мы с вами сделаем, это насыпем здесь тонкий слой земли. Хотя во всех этих препаратах вроде бы как и не написано, что это надо делать. Но я почитал отзывы и понял так, что там, где на газонах земля плохая, эти средства растут плохо. То есть сходы неравномерны и так далее. Поэтому мы сейчас с вами так и сделаем. Я думаю, что, наверное, надо еще леечку купить, когда уже трава пойдет. Ну вот, посевная прошла, поливная прошла. Итак, мы использовали с вами Razon Pet, то есть заплатки для газона. Мы используем какой-то магический субстрат, который несет в себе еще и кокосовые там какие-то волокна, чтобы быстро не засыхало. Мы взяли с вами обещанную нам через 3-5 дней кошкину траву. Ну да, у них терпение-то не особо, как у моего Ричарда. Так вот, остается ждать результата. Моя задача теперь поливать и время от времени вам показывать итоги эксперимента. А пока я пойду поработаю. Хорошо? Всего вам доброго. Пока.